Завтра, 23 февраля, Ксения Собчак посетит Мурманск, где примет участие в праздновании Дня защитника Отечества и встретится с соратниками. Об этом сообщается на официальном сайте кандидата. А накануне Собчак рассказала, как в дальнейшем ее штаб будет строить агитационную работу. 987 билбордов на сегодняшний момент по всей стране. Телевизионные ролики, некоторые из них разъясняющие, некоторые просто мотивирующие. Мы будем продолжать наши поездки по стране. Это ключевая, важная часть нашей кампании. Мы много ездим. Мы посетили на данный момент более уже 20 регионов России, и мы двигаемся дальше.